Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Абаза ТВ» продолжаются предвыборные беседы с кандидатами в депутаты. И сегодня у нас в прямом эфире встречаются кандидаты от 6-го столичного избирательного округа. Явка у нас завидная. Все 6 кандидатов зарегистрированы по этому округу в нашей студии, чему мы очень рады. Спасибо вам большое. Для начала я коротко представлю наших гостей. Они сидят у нас в алфавитном порядке. Так что сегодня с нами Эраст Рамзанович Агумава, Дмитрий Капитонович Амичпа, Алхас Утарович Асландия, Рауль Валерьевич Лолуа, Дмитрий Александрович Маршания и Константин Андреевич Тушпа. Здравствуйте, добрый вечер, приветствую вас. Первый вопрос у нас традиционный, он уже сложился, так у нас эфиры начинаются. Мы у всех интересуемся атмосферой в вашем избирательном округе, как проходит агитация, нет ли нареканий, нарушений, подкупов, может быть. Константин Андреевич, хочу с вас начать, поделитесь мнением. В нашем округе выборы проходят в нормальной атмосфере. Все кандидаты ведут себя в пределах закона, корректно, можно сказать, дружелюбно. После предыдущих дебатов, которые состоялись на АГРТК, мне запомнилось в соцсетях такое необычное высказывание. Все 6 должны пройти в парламент, но такого не будет, к сожалению. Тем не менее, хочу сразу же обратиться к избирателям нашего 6-го центрального округа. Дорогие друзья, кандидаты, ну я уже сказал, достойные. За кого бы вы ни проголосовали, ваш выбор будет правильным. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, как считаете? Ну, в нашем округе проходит в отличной обстановке. И между кандидатами тоже прекрасные отношения личные. Это передается и на сторонников кандидатов. Да? И вообще исторически, наверное, 6-й округ в этом плане образцово-показательный. Я не помню, чтобы в нашем округе за какие-то выборы у нас был подкуп избирателей или какие-то ремонты производились в округе. И вообще хочу сказать, прежде всего, это отношение кандидата, да, к своим избирателям, когда он на участке начинает какие-то работы производить, чинить дороги, класть асфальт. И, конечно, в первую очередь это показывает отношение, да, к своим избирателям. И ничего не мешало это делать год назад или после выборов. Но в нашем округе такого нету. И с большим уважением друг к другу относимся, и кандидаты, и сторонники кандидатов. Так что в этом плане очень в хорошей, дружелюбной обстановке все проходит. Спасибо. Рауль Валерьевич, вы как считаете, согласны? Добрый вечер, уважаемые граждане. Да, согласен с нашими, я думаю, коллегами. Единственное, конечно, есть проблема, что вот с учетом погоды, той, которая сейчас у нас, там дожди идут, мы не можем встречаться с нашими избирателями, разговаривать с ними, ведь это прямой диалог, прямая беседа, это лучше всего. Да? Вот, не удается в полной мере ко всем прийти. Вот в этом плане, может быть, еще есть время, и мы все-таки к каждому придем, чтобы у людей был правильный такой выбор. Личная беседа, личный контакт – это самое лучшее, наверное, когда люди определяют, за кого им голосовать. Вот это, в этом. А все остальное, все нормально. Я так вижу, что люди спокойно реагируют. Мы никаким подкупом, никаким нигде не занимаемся. И это было бы категорически неправильно и противозаконно. Спасибо. Уважаемые кандидаты, если вы согласны с такой точкой зрения и ну, нет возражений, мы можем на этом остановиться, от каждого из вас подтвердить, и двигаться дальше, чтобы больше тем интересных обсудить. Конечно, согласен. Все так же считают? Нет замечаний? Да, своих коллег. Да. Прекрасно. Какой у вас хороший округ. Мы рады это слышать. Чуть-чуть конкуренция. Ну, это нормально. Но ничего противозаконного. Все в рамках приличия, слава Богу, происходит. Да, и быть здесь не важно. Да, здесь все друг друга знают, здесь ни для кого не секрет, кто есть кто, и поэтому у нас в этом плане все чистенько, аккуратненько. И изначально каждый, и мой штаб был ориентирован на интеллигентную компанию, поэтому я знаю, что таким же образом ориентированы и иные штабы, поэтому у нас здесь все в порядке. Спасибо большое, я очень рада, правда, искренне говорю.
Пока готовилась к этому эфиру, изучила некоторые программы ваши, 4 из 6 мне удалось увидеть, и есть темы, которые перекликаются, повторяются, общие подходы, предложения. Также, естественно, я ознакомилась с эфиром на ГТРК, и наша беседа будет так выстроена, чтобы эти темы не повторялись, эти вопросы, о которых вы уже говорили, мы не будем их касаться. Значит, в качестве первого вопроса предлагаю такой. Вот реформа государственного управления. Эта тема встречается у многих. Вот у Эраста Рамзановича, например, тоже есть предложение в программе по этому вопросу. Правильно, я понимаю? Вот я бы хотела с вас начать. Вы могли бы поделиться вашими мыслями, идеями, что вы предлагаете в плане реформ госуправления? Ну, да, это один из первых пунктов, конечно, в случае, если я изберусь в парламент. Вопрос именно модели государственного управления, на мой взгляд, его необходимо, уже время подошло, просто историческое, его необходимо будет поменять. Почему я так думаю? Вы все прекрасно знаете, что в 94 году была принята конституция с сильной президентской моделью правления. Она, конечно, в тот период, я уже выше, встречаясь с нашими избирателями, об этом говорил, и на программе, на ГТРК об этом говорил, о том, что она в тот период действительно эта модель подходила нашей республике, потому что очень много было вызовов, очень много было угроз разного рода и внешних, и внутренних. Поэтому эта модель действительно в тот период, она подходила нашему государству. Вы знаете, что весь этот период с 93 года по 99 и потом дальше был переговорный процесс в разных форматах. Женевский переговорный процесс, московский, нью-йоркский. И в 99 году был принят акт о государственной независимости 19 октября. Это была постоянная точка в том отношении, что мы выбрали курс на независимое государство. Был референдум, вы знаете, 3 октября проведен до этого. Вот с этого момента нам необходимо, как мне представляется, особенно в 2000-е годы, перестраивать модель государственного устройства. Потому что мы все видим, что мы фактически живем в каком-то перманентном кризисе. Особенно с 2004 года этот кризис стал углубляться и политически, затем экономически, социальный. Вопросов сегодня действительно перед нашим государством огромное количество стоит. И еще и в свете тех событий, которые сегодня мы видим на Украине. Прекрасно понимаем, что все то, что происходит на Украине, это так или иначе будет связано со всем постсоветским пространством, и в том числе с Абхазией. Процессы, как там закончатся, тоже посмотрим, как говорится, да. Но я понимаю, например, одно, что так или иначе все слишком далеко зашло в части геополитических всех вот этих вопросов. И Российская Федерация, у нее выхода нет, то есть она будет... Давайте вернемся к госуправлению. Да, что вы предлагаете? Вот чему... Да, я понимаю. Да. Я предлагаю, значит, от президентской формы правления уйти к президентско-парламентской форме правления. Для того, чтобы, значит, в том числе правительство все формировалось через законодательный орган. Естественно, все, значит, силовые ведомства, они так или иначе должны будут подчиняться президенту. Это однозначно мое мнение. Вот. А что касается социального блока, экономического блока и других вещей, все-таки там необходимо будет сделать так, на мой взгляд, чтобы все эти вопросы через парламент больше имел контроля и был баланс ветвей власти, исполнительной и законодательной. Спасибо большое. Дмитрий Капитонович, вы что думаете? Ну, если говорить о реформе, так мы, конечно же, касаемся, естественно, Конституции и конституционного права. Я бы хотел бы напомнить, что у нас есть, вот в прошлом году буквально было определение Конституционного суда, где на предложение парламента о соответствии там Конституции, предложений по изменению, в том числе и вот этих полномочий, о которых мы говорим, было дано определение, где четко, достаточно определенно, детально расписано, в какой форме, в каком формате все это возможно делать. Были замечания Конституционного суда по вот как раз таки перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной власти, были замечания по поводу нагромождения Конституции вот этими предложениями, в, то
то есть выдергивание из законов норм и перенесение их в Конституцию, что на взгляд Конституционного суда не является, не способствует изменению кардинальному в управленческом плане. Ну и так далее. Там очень много вещей, на которые Конституционный суд обращал внимание. Но это не означает, что мы должны говорить о том, что к этим реформам или же к реалиям, которые нас толкают к этим реформам, мы должны относиться спустя рукава или не обращать на них внимания и оставлять как, так, как оно есть. Я как-то на эфире тоже это обращал на это внимание, что таким реформам нужно подходить детально от начального предложения до результата, что мы хотим иметь на выходе. Если мы хотим иметь на выходе, допустим, эффективную правоохранительную систему, ну, наверное, это не к конституционной реформе, это, наверное, эффективности самой работы правоохранительных органов. Если мы говорим о делегирование дополнительных полномочий, допустим, парламенту, там, в части утверждения генерального прокурора там, и так далее, то надо смотреть, насколько это эффективно и насколько это действует, насколько это работает. То есть вот эти детальные механизмы, которые, на что обратил опять-таки Конституционный суд, вот к ним нужно вернуться, пересмотреть, посмотреть внимательно и уже исходя из этого формировать свое мнение. Но это ни в коем случае, еще раз говорю, не означает, что мы не должны двигаться и смотреть. Кардинальное изменение политической правовой формы, оно никак не имеет никакого отношения, на мой взгляд, к эффективности работы. Эффективность работы исходит из немного других вещей, это как и квалификационные вещи, которые я постоянно говорю, и профессионализма и так далее, и так далее. То есть много других деталей, на которые стоит обратить внимание. Повышение уровня ответственности в том числе. Это спасибо большое. Спасибо. Алхаз Утарович, пожалуйста, ваши мысли. Здравствуйте всем. Ну, понятно, для меня сегодня очевидно, что наша конфигурация политическая и наше государство, оно не отвечает современным критериям. Поэтому нам нужно кое-что менять, и менять это в ближайшее время. Ну, насчет перераспределения полномочий, это понятно, но с другой стороны, нужно менять и саму избирательную систему, потому что перераспределение полномочий без повышения ответственности, отбора в законодательный орган, ну, не знаю, таких примеров не так много, чтобы это было совмещено. Обычно это идет вместе, то есть изменение избирательной системы, переход на смешанную или пропорциональную. Вы за какой вариант? Я, конечно, за переход к смешанной системе, потому что, ну, я считаю необходимым повышать критерии отбора, повышать качество и, соответственно, более объединения политические, чтобы более качественно подходили ответственно к отбору в законодательный орган, тем более, если он будет формировать исполнительную власть. Тут вопрос еще в чем. Ну, да, конечно, уровень ответственности необходимо повышать сегодня. Мы видим, что с ответственностью у нас проблемы со многими вещами. И опять же, надо смотреть мировой опыт. Вот, например, Российская Федерация, она изменила свою конституцию, перераспределила полномочия, создала новый конституционный орган, которого у них не было. Соответственно, ихняя конституция сегодня отвечает их вызовам современным Российской Федерации. Наша конституция, она правильно, там очень многие основы Конституции, они верны, они должны быть оставлены, но функционал президентский надо немного разгрузить, потому что, ну, всегда есть соблазн, когда вокруг одного человека все полномочия, вся номенклатура назначений практически решается им, ну, какие-то там с одобрения парламента, то необходимо, это мешает. Всегда есть соблазн политическим группам, тем более не очень институциональным, выдвинуть своего кандидата. У нас уже есть традиция определенных, плохая традиция смены власти через площадь. Нам надо уходить от этого.
Соответственно, надо распределить полномочия, но еще надо изменить избирательную систему. Само по себе государство, оно должно нести функции, которые, чтобы каждый гражданин в этом государстве чувствовал себя нужным, чтобы не было разрывов между слоями населения, чтобы все органы работали. Возможно, эффективная следующая система, ну, есть опасения за ее эффективность, но то, что сегодняшняя, неэффективна, ну, для меня, например, очевидно. Спасибо большое, Рауль Валерьевич. Да, у меня на этот счет всегда было четкое мнение свое, но мы должны все понимать, что в парламенте должно быть большинство для того, чтобы принять любые изменения, в том числе изменения в Конституцию. Минимум 18, ну а так, если изменения в Конституцию, 24 человека должно быть. Поэтому, если в парламент приходят единомышленники, поддерживают некие реформы, тогда эти изменения вступят в силу. Что касается конституционной реформы, значит, мое предложение было и остается такое. Мы хотя бы сегодня уже могли бы предложить в парламенте по предложению президента утверждать премьер-министра. Мало того, в случае, значит, невыполнения определенных таких параметров, экономических параметров, премьер-министр, кабинет министров уходит в отставку. Вот, ну, эти четкие параметры должны быть прописаны. Не просто так, вот мы захотели, допустим, да, отправляем, а за что? Вот это должно быть определено, за что отправляется кабинет министров там, или премьер-министр в отставку. Дальше, значит, я согласен с тем, что выборное законодательство в парламент нужно менять. Но я выступаю за то, чтобы мы перешли в целом не на смешанную систему, а на пропорциональную. Я считаю, это самое эффективное во всем мире, она себя уже давным-давно зарекомендовала, и мы спокойно уже могли бы тоже перейти, и в парламенте были бы представители партии, да, были бы партии, в партии есть определенная дисциплина, в партии есть определенная идеология и так далее, и так далее, и можно было спокойно в парламенте работать. Потому что когда мы избираемся, вот так как сейчас мы избираемся, есть определенные тоже сложности. То есть каждый зависит сам от себя и непосредственно там, ну, от своего округа. Вот. И нету такой общей, целой, единой такой команды. Что касается административной реформы, тоже интересная административная реформа, она тоже необходима. Мы говорим уже много о тех министерствах и ведомствах, которые у нас есть, и они слишком громоздкие, слишком нагромождены. Вот, в том числе там администрация кабинета министров, администрация президента, где вроде у них цели и задачи одни, но штат у них в этом плане такой вот, и выполняют одни и те же задачи. Потом мы говорили тоже в парламенте, обсуждали министерство по доходам, да, где таможня и налоговая в принципе работают в одном направлении, занимаются сбором тех доходов налоговых, которые формируют наш бюджет. Необходимо также посмотреть и фонды разные, различные. Если фонды. Вы предлагаете объединить, да, то налоговая, таможня, вы говорите одним делом. Это получается у нас министерство по доходам. Но это все надо обсуждать, насколько это эффективно. Есть такие предложения. И возвращаясь еще раз к фондам нашим, их тоже там у нас слишком много. Можно было единый социальный фонд создать, где все аккумулировались бы наши доходы и спокойно они могли бы распределяться. В таком небольшом государстве, как Абхазия, максимально надо компактно создать систему управления. Вот. А что касается парламента, ну, роль парламента, конечно, должна возрастать, и роль парламента при формировании и утверждении премьер-министров, министром, она должна, безусловно, быть. Это повысит и роль парламента, и в том числе и депутатов, и ответственность исполнительной власти перед законодательной властью. Вот это вот и есть баланс наш. А самое главное, что люди должны понимать, для чего это делается. Мы часто говорим о том, он хороший или плохой парень. Главное, это эффективный он или неэффективный государственный служащий. Вот эти ключевые параметры, ключевые вещи, которые у нас должны быть четко определены и записаны. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, что думаете? Хотел бы разбить на два блока. Это реформа Конституции и реформа государственного управления. Если говорить о реформе Конституции, как сказали коллеги, Конституция у нас была принята в 1994 году. Тогда у нас были совершенно другие вызовы в государстве. Тогда было послевоенное время, и время требовало того, чтобы вся власть была сконцентрирована в руках президента. Сегодня у нас другое время, другие вызовы, как внутренние, так и внешние. И должна быть система сдержек, в первую очередь, и противовесов. И вот нынешняя система, она вызывает дисбаланс. А любой дисбаланс приводит к напряжению.
исполнительная власть является, аккумулирует все финансовые средства, а распорядителем финансовых средств является исполнительная власть. Значит, парламент должен иметь реальные функции контроля. Да? Это, вот как сказали, это прежде всего утверждение премьер-министра, утверждение министров социально-экономического блока. Зачастую на практике мы знаем, назначается тот или иной министр, и никто не объясняет, да, почему он назначен, какая у него программа, что он собирается сделать. Также, когда министра освобождают от работы, нам тоже никто не объясняет, почему его освободили. И когда министра утверждал бы парламент, он приходил со своей программой, рассказывал бы о своей программе. Депутаты ему задавали вопросы. Исходя из этого, они уже принимали решение, стоит его утверждать или нет. Также касается и должности премьер-министра. И вообще, наверное, президентскую власть нужно немного разгрузить. Да? В первую очередь, потому что у нас президентские выборы проходят или все, или ничего, потому что много полномочий у президентской власти на сегодняшний момент. И поэтому, чтобы немного разгрузить, также, я думаю, входят и выборы мэра. Да? Тоже можно разгрузить. Тем самым вот, я выступал инициатором за проведение референдума по выборам мэра. Да? Также что хочу сказать насчет реформы государственного управления. Когда мы строим дом, нам прежде всего нужен крепкий, прочный фундамент. И потом уже дальше поднимаем конструкцию. Также в государстве фундаментом является эффективная система государственного управления. И, конечно, прежде всего, эта система, она очень громоздкая, фундамент наш очень слабый, система громоздкая с большим количеством надстроек. Это прежде всего, конечно, и размывание ответственности. Зачастую у нас много управлений, много структур, и непонятно, кто за что отвечает, кто принимает решение, кто несет эту ответственность за это. Второе, конечно, это дублирование функций. У нас зачастую очень много организаций, очень много министерств, они друг друга дублируют. Вот как Рауль Валерьевич привел пример, у нас есть аппарат кабинета министра, есть аппарат администрации президента, они выполняют одинаковые функции. У нас есть управление экономики в городах, есть министерство экономики, при кабинете министра есть у нас отдел экономики, в администрации президента тоже есть у нас управление экономики, а экономики, к сожалению, у нас нету. И поэтому, прежде всего, нужно оптимизировать, чтобы нынешняя система государственного управления была эффективна, чтобы она быстро принимала, могла быстро принимать решения. И даже оптимизация здесь важна не с точки зрения сокращения штатов, а с точки зрения ее функциональности, чтобы она несла реальный функционал. Также вот и неэффективное управление прежде всего приводит ко всем тем проблемам, которые из этого все исходят. Все проблемы, мы часто привязываем все какие-то проблемы, которые у нас существуют в государстве, какой-то личности. И постоянно у нас меняются президенты, меняются министры, но система, самое главное, это наша система. И пока мы эту систему не поменяем, пока мы ее не изменим, ничего не поменяется. Спасибо. Спасибо. Константин Андреевич, пожалуйста, вам слово. Политическая система Абхазии, конечно, требует реформирования. Необходимо перераспределение полномочий между президентом и парламентом в сторону усиления роли парламента. Необходимо сократить институт премьера и объединит дублирующие друг друга бюрократические аппараты администрации президента и аппарата президента, администрации президента и аппарата правительства, что это сэкономит средства и работа будет более эффективной. Конечно, я тоже за смешанные формы выборов и по пропорциональной, и по мажоритарной. Но, к сожалению, это сразу не получается. Нужно время, чтобы наши партии укрепились, чтобы наши партии реально были многочисленными, ну, в пределах численности Абхазии. Мы были свидетелями того, что партии не могут провести в парламент ни одного своего кандидата. Это говорит о том, что пока еще наши партии, при всем уважении к нашим партиям, еще не созрели для этого. Я думаю, скоро придет и это время, и мы будем сполна использовать этот демократический институт для формирования нашего парламента.
Спасибо большое, уважаемые кандидаты. Сейчас мы уйдем на рекламную паузу, буквально на минуту. Уважаемые телезрители, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Уважаемые жители и гости Абхазии, в Гагарском районе, в поселке Бзыбь по улице Эшба, открылся магазин «Артель», где представлен большой ассортимент качественной бытовой техники разных производителей. Телевизоры, микроволновые печи, кондиционеры, нагревательные приборы, пылесосы, холодильники, газовые и электрические плиты. Всего более 100 наименований. Вас приятно удивят оптовые цены и бесплатная доставка. Мы работаем без выходных с 9:00 до 20:00. Справки по телефонам 9-4027 и 9-4028. Дорогие телезрители, напоминаю, в эфире Абаза ТВ предвыборные беседы с кандидатами в депутаты в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях представители 6-го столичного избирательного округа. Мы уже успели обсудить атмосферу в округе, предложения кандидатов по реформе государственного управления. И следующий вопрос. Давайте поговорим об органах местного самоуправления. Вот вы, Дмитрий Александрович, немного коснулись этой темы. У вас в программе есть предложение принять закон о статусе столицы. Да? Давайте с вас и начнем. Вы предлагаете расширить полномочия местного самоуправления, уйти от практики назначения исполняющих обязанностей и назначать мэра путем прямых выборов. Почему считаете это важным? Да, ну я проработал 4 года депутатом городского собрания. Год был председателем, и насколько действен закон, да, он регламентируется, местное самоуправление регламентируется законом об административных территориальных единицах. И насколько действен этот закон, можно понять, потому что со многими местными проблемами наши граждане, жители обращаются к президенту, к руководству страны, значит, закон не работает. Если эти вопросы не решаются на местном уровне, значит, нужно что-то менять. Мы несколько раз обращались, инициировали поправки в закон о местном самоуправлении, адресовали их субъектам законодательной инициативы, но, к сожалению, никаких изменений в этом отношении нету. Вот мы выбираем постоянно депутатов местных собраний, но, к сожалению, нет у них никаких полномочий, чтобы повлиять на какие-то процессы, которые в городе у нас происходят. И постоянно жители тоже много требуют от них и правильно делают, но тем самым система не дает нашим... Ну, например, вот каких не хватает полномочий? Ну, допустим, у нас есть в законе написано то, что депутаты назначают начальников управлений, но не прописан временной срок. И он, начальник управления, может находиться исполняющим обязанности год, два, три. Норма закона дает право утверждать начальника того или иного управления, но не написано, в какой временной срок это происходит. То же самое касается и главы администрации города. Да? В законе написано то, что депутаты утверждают главу администрации города, но в какой временной срок это происходит, тоже непонятно. То же самое касается управления, начальника управления внутренних дел. Там получается двойное подчинение. Министр назначает начальника, депутаты городского собрания его утверждают. Но опять-таки не прописаны временные рамки, когда это должно происходить. Вот у нас есть начальник управления внутренних дел, он уже 2 года является исполняющим обязанности. И вот эти все вещи мы и прописывали, эти все поправки. Также у нас есть норма закона о местном референдуме. Мы знаем то, что в европейских странах, и это очень такая действующая практика, в Швейцарии, в Германии проводится по 200, по 300 местных референдумов в год. И у нас очень часто бывали такие ситуации, когда мы принимали решения, многие люди были довольны, многие люди нет. Если бы у нас была такая практика, мы смогли бы узнавать у людей путем референдума их мнение, то и легче было бы, и решения были бы более легитимны с нашей стороны. И хотя эта практика есть, местно нету механизма, как этот референдум должен проходить. В законе написано то, что есть местный референдум, но как он будет, мы тоже это все прописали. Но, к сожалению, все остается так, как есть. И вот новый созыв тоже нынешнего, да, городского собрания тоже обращается к парламенту и требует внести какие-то поправки.
Также я выступаю, вот есть такой бюджет участия. И вообще, как бы, свою миссию, в первую очередь, я вижу в вовлечении людей в те процессы, которые происходят у нас в городе, в те процессы, которые происходят у нас в стране. И вот те митинги, которые у нас происходят, в первую очередь, мне кажется, они происходят потому, что у нас граждане, выбирая, да, мы выбираем президента, выбираем депутатов всех уровней. И сегодняшний тип делегирования, когда мы выбираем кого-то, и 5 лет за нас кто-то что-то решает, он уже в мире не актуален. Да, и нужно такие нормы вводить, когда граждане сами могут решать, что вокруг них происходит. И вот те же митинги, о которых я говорил, люди, когда уже ситуация доходит до точки кипения, они собираются перед комплексами правительственных зданий, там убирают одного президента, потом выбирают другого. И это тоже системная ошибка. Да? И вот есть такая практика, называется бюджет участия. Когда часть бюджета, вот на примере города, у нас бюджет города 1 миллиард рублей. И из миллиарда рублей у нас 600-700 миллионов, это уходит на зарплаты, на социальные обязательства, и остается 200-300 миллионов на благоустройство города. И в первую очередь моя инициатива заключается в том, чтобы эти деньги люди сами решали, куда их тратить. Потому что по практике зачастую бывает, администрация принимает какие-то решения, и зачастую люди не понимают, исходя из чего такие решения приняли. Да? Где-то положили асфальт, хотя более кричащая боль была замена трубопровода или канализации. Но зачастую те люди, которые принимают эти решения, они в этих местах никогда, может быть, даже и не были. Если бы у людей была возможность при формировании бюджета участвовать и заносить, и чтобы эти пожелания были бы учтены, то это, конечно, был бы и кредит доверия у власти больше был бы, и люди понимали, что они тоже участвуют, да, в жизни города, и ответственность власти они тоже разделяли бы тем самым. И напряжение в обществе тоже упало бы. Эта мировая практика, она была введена в Бразилии, в городе Порту-Алегри. Тогда Бразилия на тот момент была одна из самых беднейших стран в мире с очень большими проблемами. Там у них в фавелах постоянно происходили перестрелки. Ну, и они пошли на эту практику. Да? И эта практика дала очень большой результат. И после эту практику приняли многие европейские страны, многие страны, многие города, да, европейские, многие города Соединенных Штатов Америки. Это показывает, что эта практика действующая. И зачастую хочется сказать не только об этой практике, а вообще то, что мы очень часто боимся что-то менять. Если система у нас не работает, да, нет уже результата. Самое главное во всем это результат. Сегодня у нашей системы управления результата нету. И значит, нужно что-то менять, применять практики. Конечно, не просто импортировать, да, эти практики, их прежде всего нужно адаптировать у нас в стране с учетом нашей ментальности, нашей страны, наших людей. Эти все практики нужно адаптировать. И не надо Дмитрий Александрович, да. Понимаю, ваша тема, спасибо. Понимаю, наболела, вы увлекаетесь. Давайте Константину Андреевичу дадим слово, и потом уже пойдем в обратном от алфавитного порядке. Я тоже считаю, что город Сухум должен избирать мэра. Это должна быть воля народа, воля населения, воля жителей Сухуми. Очень сильную помощь в организации жизни города играет, конечно, местное самоуправление. Нужны законы, нормы, правила, инструкции по поведению людей, по благоустройству города. Ну вот, допустим, я приведу такой простой пример, с которым мы сталкиваемся в Сухумчане. Ведешь детей по набережной Сухума, и пролетает не то мотоцикл, не то велосипед, не то, который может просто ранить ребенка и нанести увечья. Значит, куда смотрит местное управление? Они должны принять правила, положение, что да, действительно, мотоциклы там и прочие вот эти современные средства передвижения могут передвигаться по набережной, но не выше скорости пешехода. И тогда мы не будем бояться за своих детей. Очень понимаю тех людей, я сам большой любитель животных, в частности собак, но очень понимаю тех людей, которых возмущает, когда собаки в цивилизованном городе, стая собак налетает на ребенка, на гостей, и бывает и
Больные собаки могут укусить. Это тоже дело местных органов власти, чтобы они эти вопросы регулировали. Но дело в том, что наша вот законодательная власть, она недоработана в том смысле, что они могут такие правила и законы принять, местные органы, но не имеют возможности проконтролировать и спросить за это. Нужна система штрафов, нужна система ответственности тех, кто такие нарушения допускает в городе. Или такой вопрос, который мне, как одному из горожан Сухума, близко, это благоустройство, озеленение города. Значит, прежде всего, практикуется во многих цивилизованных городах, практикуется такая вещь, как, если ты не привел в порядок территорию перед своим домом, то ты подвергаешься штрафу. Значит, это твой дом должен быть нормально выглядеть, твоя ограда, забор, который перед домом территория, почистить, покрасить, привести в порядок, и это тоже завтра же возле твоего дома будут стоять контролеры, которых прислала местная администрация. Вот такие у нас есть много случаев, когда проезжая часть, люди ходят по проезжей части, тротуары у нас вообще в городе Сухуми нет тротуаров. Мы-то, абхазцы, знаем, что можно ходить по проезжей части, но гости не могут этого сделать, потому что они думают, что их оштрафуют. Действительно, но их, правда, никто не будет расштрафовать, но может сбить машина. У нас агрессивная езда в городе. Это тоже забота местных органов власти, чтобы не допустить агрессивную езду в городе, когда ты идешь по тротуару, и твой ребенок подвергается опасности. Так что огромный пласт вопросов мы... Это вот Дима лучше знает, опыт всех стран мира мы можем использовать и обязаны использовать для того, чтобы наладить в нашем городе, я говорю только про столицу, цивилизованную жизнь, которая иногда у нас отсутствует. К сожалению. Спасибо. Роль Валерьевич, я бы хотела вам так вопрос задать. Вот если вы поддерживаете расширение полномочий органов местного самоуправления, тогда скажите, почему, на ваш взгляд, не поддерживают такое решение депутаты? Почему не принимают? Почему вот на эти обращения, которые говорил Дмитрий Александрович, не ответили? В целом, я не знаю пока ваше мнение, вы, может, не поддерживаете, но если да, то об этом тоже скажите, пожалуйста. Я проголосовал за то предложение, которое было последнее и пришло у нас с органов местного самоуправления, проголосовал, да, но есть те полномочия, которых тоже сегодня достаточно. Я считаю, что вот уровень депутата, республиканского депутата, народного собрания утверждать параметры бюджета государственные. Там же, внутри, в этом бюджете, находятся бюджеты городов и районов. Кстати, наш город Сухум, он не дотационный, а все остальные дотационные. Бюджет города Сухум более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Из них около 800 миллионов – это заработные платы учителям и нашим медикам, те, которые здесь работают в наших государственных учреждениях. Около 300 миллионов – это та сумма, которая уходит на и благоустройство, и ремонт, и, то есть на ЖКХ, одним словом. Это, конечно, деньги небольшие. Но вот есть, как я и сказал, да, республиканский бюджет утверждает парламент, а местный бюджет утверждает местное самоуправление. У них есть тоже достаточно полномочий не утвердить бюджет или перераспределить полномочия, какие-то внутренние какие-то статьи. Вот. Это же вопрос такой, ну, вот, взаимодействия между администрацией и депутатами местного самоуправления. Я, честно говоря, ни разу такого не слышал, но, может быть, были какие-то случаи, где выступили категорически против этого бюджета и выступили так, чтобы там какие-то статьи были направлены куда-то в другое направление. Там, да. Вот. В том числе и у депутатов есть возможность не утвердить главу администрации мэра города Сухум. То есть вот эти вот инструменты и механизмы, они должны в полной мере работать. Если они... Почему не работают, как вы думаете?
Ну, то есть, если они существуют, эти полномочия, почему депутаты ими не пользуются? Или... Ну, это надо спрашивать у местных депутатов. Мы много раз республиканский бюджет не утверждали. Мало того, демонстративно высказывались по этому поводу и говорили, почему мы его не утверждаем. Это очень важно, это ключевые вещи, которые, вот и этот баланс так называемый и работает. Мало того, потом добивались перераспределения этих статей там, на какие-то социальные нужды, на какое-то там, направление там, по заработным платам и так далее, и так далее. Это вот должно таким образом работать. Потом ну, мы тоже все вот, с вами здесь сидящие голосуем за местных депутатов, да, депутатов местного самоуправления. Я вот тоже голосовал, выходил. Мы тоже хотим, чтобы депутаты работали более эффективно. Ну, так как они знают проблемы в городе, ну, наверное, не знают никто. Как они знают бюджет города, никто не знает. Мы видим общие параметры города, а детали, которые там вот, есть в самом внутри в этом бюджете, они только сами должны. И, ну, это так система должна работать. Вот каждому свое уровня, да, вот и это их непосредственный уровень. Город весь разбит, да, очень много неотремонтированных дворов, неотремонтированных подъездов, канализации, там, я не знаю, ну вот подвалов там и так далее, и так далее. Денег, как всегда, не хватает, но здесь надо расставить приоритеты. Вот там я считаю, что на местном уровне можно было бы эти приоритеты расставлять. Сперва сделать одну часть, там, взять там несколько домов, потом взять, ну, потихоньку, поэтапно, так ждать, пока какие-то деньги придут. Я думаю, что ну, они могут не прийти. Мало того, в местном самоуправлении я считаю, что можно было тоже приглашать прокуратуру города, там, выяснять какие-то нарушения, где были, в плане, в том числе, налогового законодательства, приглашать налоговые службы, тоже с ними проводить там беседы и поднимать уровень доходности города. Деньги так не появятся просто так. Мне кажется, что все-таки активнее можно было бы эту работу проводить. Мало того, ну, я считаю, что ну, кто бы ни избрался отсюда депутатом, должны приходить местного самоуправления. Вот у нас, например, с нашего округа трое депутатов местного самоуправления, один депутат там, республиканский. Также вот в городе там, 5 депутатов. Можно было вместе приходить и обсуждать, вносить поправки уже в республиканский бюджет, чтобы они отразились на местном бюджете. Это взаимодействие между депутатами местного самоуправления и депутатов республиканского. Понимаете? Без этого тоже работы не будет. Что касается, ну вот я слышу, там утверждать, не утверждать там, главу УВД города Сухум. Ну да, наверное, может быть, это тоже нужно будет. Но с другой стороны, я считаю, что все-таки это приоритет министра внутренних дел. Он отвечает за безопасность, в том числе и города, и он должен нести за это ответственность. И вот социально-экономическая, да, здесь никаких у меня вопросов нет. Конечно, депутаты должны активно в этом подключаться и работать. Спасибо. Дмитрий Александрович, хотела уточнить. Я правильно понимаю, что сейчас депутаты городских районных собраний не получают зарплату? Нет, депутаты городских районных собраний зарплату не получают. Вот получают. Я извиняюсь, я просто хотела, чтобы я могла уверенно это сказать, что сейчас это до сих пор так. Вот учитывая это, уважаемые кандидаты, ну насколько вообще может депутат, да, трудиться, заниматься проблемами города совсем бесплатно? И вообще, ну вот кто этот человек, который хочет работать бесплатно? Мне трудно понять. И то есть это просто в продолжение к этой теме. Пожалуйста, Алхас Утарович, что думаете по поводу реформы органов самоуправления? Ну, я бы, знаете, о чем хотел сказать в первую очередь. Ну, естественно, без нашей именно формации государственной, приоритет всегда будет за государственным управлением, а не за местным. То есть это континентальная система, в ней всегда так было. То есть главное всегда государственное, именно сверху, а местное – это вспомогательное. То есть такая формация, например, в Америке, в англосаксонских странах, там местное самоуправление всегда доминирует, государство вообще почти ни в чем не участвует. Но я бы хотел дополнить именно с точки зрения налогов и финансовой дисциплины. Вот, например, у нас подоходный налог, налог на прибыль идут напрямую в городской бюджет. Ну вот, последнее даже время у нас шикарный туристический сезон прошел. Ну, баснословно, людей приехало огромное количество, а городской бюджет там на 6 или на несколько процентов только увеличился. Надо усилить контроль, учет, прозрачность, именно эти вещи.
И у нас, естественно, бюджет увеличится, и будут деньги на фасады, на подвалы, на дороги. У нас эти именно алгоритмы не налажены. Да, конечно, есть вот эти моменты, непрописанные временные рамки, специально сделано для того, чтобы государственное управление могло назначать ИО, и приоритет оставался за ними. Но давайте все вместе пойдем именно по пути усиления дисциплины финансовой, усиления ответственности. И тогда у нас появятся эти средства. Ну, может, они не будут сразу огромные, но потихоньку они будут увеличиваться. Я считаю, это главное. Насчет зарплаты местным самоуправлением, ну, все-таки надо оставлять какой-то пространство для общественной деятельности. Общественная деятельность, она неоплачиваемая. То есть люди, которые дают свой долг обществу, занимаются общественной деятельностью, они не работают на неоплачиваемой работе. Они помогают своим согражданам, имеют свои какие-то мысли и доносят их. То есть это, я считаю, тоже надо оставлять. Потому что если мы говорим о том, что надо немного ужимать расходы на государственный бюджет, а мы тут еще и собрание тоже начнем оплачивать, еще какие-то льготы может появиться. В этом плане надо всегда оставлять пространство для этого. А в плане выборности мэра, ну, в принципе, я считаю, что наши горожане, наш город, он достаточно ответственен, он тут живут культурные, цивилизованные люди, которые в целом смогут, наверное, избрать себе мэра. Но, опять же, мы должны выбрать мэра с определенными полномочиями, а не так, как он назначает потом всех начальников управления. И вот в этом плане, конечно, взаимодействие с местным самоуправлением, тогда его статус повысится, и горожане будут более ответственно относиться к этим вопросам. Но главное, это, конечно, прозрачность, учет, контроль над всеми органами, которые есть, ну, в первую очередь, а местное самоуправление вообще, считаю, должно показывать пример всем. Они общественные деятели, которые находятся в контакте и во взаимодействии с государственными службами. Естественно, на них большая надежда в этом плане у народа. Спасибо большое. Дмитрий Капитонович. Говоря о местном самоуправлении и компетенции, ну, естественно, это конституционные заложенные полномочия, плюс еще закон об административно-территориальных единицах, где там целый перечень этих компетенций. Да? И если Дмитрий Александрович не даст соврать, там и в конце тоже и иные полномочия. Да? Если мы говорим об иных полномочиях, ну давайте будем достаточно определенными. Что же нам не хватает для того, чтобы органы местного самоуправления были самодостаточны и наделены были бы достаточным влиянием на исполнительную власть. Это как проекция, да, вот то, что мы говорили ранее, баланс ветвей власти законодательной, исполнительной. Ну, это вот, если спроецировать эту ситуацию вниз, ну, получается такая же практически картина. Но выборы мэра, да, что нам дает? Вот если мы выбираем мэра на всенародном голосовании и оставляем нынешнюю ситуацию. Влияет ли это на его компетенцию? Влияет ли это на его эффективность? Ну, здесь как бы вопрос выбора, да? Есть ли у граждан такая возможность определить? Риторический вопрос стоит. А вы как считаете? Я считаю, что я больше склоняюсь к тому, что мы должны подойти к этой системе. Когда мы будем иметь возможность определить уровень компетенции и квалификации данного кандидата. То есть пока мы не готовы вообще. Я пока не вижу оснований для того, чтобы говорить. Да, я, конечно же, я тоже горожанин, я тоже хочу, чтобы мой мэр работал эффективно и ездил я по хорошим дорогам. Это тоже меня интересует. Сейчас конкретно улицу Бар имеете в виду, да, наверное? У меня просто болит. Это вы на ней живете, поэтому, наверное. Ну, не только улица Бар, сейчас это как бы комплекс проблем, который улица стоит. Улица Бар, кстати, более-менее еще. Да, более-менее. Да, улица Бар, да. Остальные да, наши улицы. Да, остальные улицы тоже, конечно, и желают оставлять лучшего.
Плюс это же комфортная городская среда. Когда мы говорим о комфортной городской среде, то мы понимаем, что это не только улица, по которой машины ездят, это и тротуары, которые определены. У нас много людей с ограниченными возможностями. Я не хочу их, ну, у нас в обществе принято их называть инвалидами, я не хочу их обозначать таким образом. Это люди с ограниченными возможностями. Вот для них это тоже соответствующая среда, комфортная. То есть перепрыгивать, вы сами понимаете, по каким тротуарам нам приходится ходить. Теперь к вопросу воздействия, да, воздействия органов самоуправления на ту же администрацию. Каким образом имеется? Да, у нас есть этапы, да, тот же бюджет, о котором мы сейчас вместе здесь сказали. Да, ну, никто не говорит о том, что у них нет возможности повлиять на формирование этого бюджета. Понятно, что львиная доля всего нашего бюджета, как и во всех городах, не только в городе Сухом, как и во всех иных районах, это зарплаты бюджетникам, бюджетная сфера. Естественно, небольшое окошечко остается для решения каких-то или иных задач. Вот там уже нужно говорить о том, что каждый из депутатов местного собрания, он же понимает, он же выбирался из своего округа, он понимает, какие проблемы, какие задачи и какие требования у его избирателей. Формируется одна единая площадка. Естественно, это к вопросу о созидании. Мы говорим о общих проблемах. Мы же не говорим о том, чтобы получить, выбить себе какой-то подряд. Или здесь вопрос о той комфортной среде, о которой мы оговаривали. Вот если есть эта общность, то можно, я уверен, что есть и рычаги воздействия на исполнительную власть для того, чтобы хотя бы поэтапно какие-то вопросы решать. И здесь привязочку вот такую неплохую сделали по поводу заработной платы. Ну, наверное, никто никого не заставляет идти в депутаты местного собрания для того, чтобы все прекрасно понимают, что там пряников не раздают, там нужно идти работать. Это общественная нагрузка, то есть это обладание определенным багажом доверия своих избирателей, который ты несешь. Ты фактически как представительная функция твоя, которую у тебя никто не отнимал. Надо эту линию держать. И плюс при этом никто не ограничивает его трудовую деятельность, помимо его депутатской деятельности. Это, скорее всего, отвлечение от его основной работы, нежели преференции. Я так это хочу рассматривать, потому что депутат – это не преференция, это колоссальная нагрузка, здоровье, объем работы и так далее, и так далее. Вот у меня такая позиция. Спасибо вам большое. Прошу вас. Здесь уже много, что было сказано коллегами по поводу города, по поводу выборов мэра. Конечно, мы все горожане здесь живем в одном городе и видим все, что у нас здесь происходит. И каждый новый мэр, который приходит на эту должность, он сталкивается с ворохом проблем. Действительно, этой дороги здесь, как было выше уже сказано, и канализации, и мусор, кстати, и вода, трансформаторные подстанции в надлежащем состоянии. Хотя проводятся работы, ну действительно это ворох проблем. Решать это все сразу махом ни одному мэру не получится, потому что это все упирается в финансовые средства. Здесь уже отмечали о том, что сегодня бюджет города 1 200 000 000, но этих средств не хватает, конечно же, для того, чтобы все эти вопросы решить. Конечно же, любой мэр, выходя к этой должности, хочет сделать так, чтобы у него был комфортный город, комфортные парки для горожан. Но еще раз повторюсь, здесь все упирается в средства. Таких просто средств, ну, элементарно нет сегодня. Что касается выбора мэра города, я считаю, что, наверное, мы уже подошли к тому, чтобы граждане, именно горожане, могли избрать мэра города. Я предполагаю, что, конечно, и у мэра будет ответственность немного другая перед своими горожанами. Вот. И считаю, что можно было бы подойти на законодательном уровне, все это прописать, конечно, процедуру, вот, и его ответственность непосредственно перед горожанами. Так что считаю, что разделяю эту точку зрения по поводу того, чтобы избрать мэра.
Спасибо большое. Можно ремарку еще? Да, да. Да, насчет формирования местных бюджетов, депутаты городского собрания имеют право только утвердить бюджет или не утвердить, а в формировании бюджета, как и депутаты парламента, они не участвуют. И была такая практика, несколько раз мы тоже бюджет не принимали, но администрация имеет право работать по старому, по прошлогоднему бюджету. Еще есть такая практика, когда сначала парламент принимает общий бюджет, а потом уже принимают местные собрания. Наверное, было бы правильно, если сначала на уровне местных собраний принимался бюджет, а потом уже депутаты парламента принимают. По-разному бюджет. Бывает. Да, ну по-разному, но бывает. Лучше бывает, так, что наверное, сперва да. Наоборот. Да, ну бывает наоборот, но... Городские сперва принимают, да, да. А потом уже нет, это уходит да, в республиканский. И как лучше? И они там вкладывают. И как лучше, Роман Валерьевич? Какое? Нет, ну я считаю, что местное самоуправление и местные органы власти, они на месте, им и более понятны, какие да. бюджеты им нужны. Ну то есть они должны конечно, в первую очередь... Конечно, а потом... Все верно, да, в первую очередь они принимают, потом уже уходят на республиканский уровень, и мы принимаем на основании, опять же, наш же республиканский бюджет фактически делится на три части. Финансовая помощь Российской Федерации, местный наш бюджет и городские у нас бюджеты. То есть вот эти три части. Пока мы не получим местные бюджеты, пока мы не получим параметры финансовой российской помощи, мы не утверждаем бюджет. Да. Спасибо. Мы... Давайте к другой теме бывает. Перейдем. Да. Мы уже подробно обсудили эту тему. Такой вопрос, если быстро получится у нас, мы немножко выбиваемся из регламента, чуть динамичнее, если сможем поработать. Значит, у многих из вас в программе встречается такое предложение, поддержка кредитования малого и среднего бизнеса, снижение процентных ставок по кредитам. Я согласна, это важная тема, но вы знаете, из какой проблемы это вытекает. У нас в стране нет свободных денег, и даже когда Сбербанк предлагает фантастическую ставку 18-20% для депозита, люди неохотно несут деньги, а крупные деньги еще неохотнее. Вот вопрос, что нужно сделать, чтобы у нас появились свободные деньги для кредитования? Как привлечь инвестора крупного? Как завлечь человека с деньгами и уговорить его хранить их в Сбербанке Абхазии? Что сделать? С кого начать, Константин Андреевич? Давайте с вас опять, потому что мы уже по такой системе пошли обратно, алфавитной. Давайте так и продолжим. Ну, для привлечения инвестиций мы, во-первых, находимся в рублевой зоне. У нас нету своих денег, мы зависим полностью от российской финансовой системы. Сейчас, в настоящее время, российская финансовая система изменяется во многом, потому что миллиардные суммы уходили за рубеж, на счета, офшоры и прочее, это вроде как санкции для России, но это полезно для России, что вот эти миллиардные суммы, они уже остановятся и не будут работать на западные страны, на другие страны, на дядю, так будем говорить. Они, конечно, во многом вернутся в Россию, прежде всего, мы этого ей желаем. И в Абхазию тоже они многие пойдут, потому что эта тенденция уже 2-3 года у нас действует. Мы это замечаем, экономисты, что вот пошел какой-то интерес к абхазской экономике для вложений. Здесь условия для этого в Абхазии есть. У нас более или менее закон нормальный для инвестиций, демократический закон. Мы можем открыть двери для инвестиций. И много здесь, это будет вложение не только в малый бизнес, это будет вложение в крупные промышленные предприятия, это будет вложение в курортную сферу, обязательно курортную сферу, которая имеет все условия. Сейчас я не буду напоминать о последнем крупном Пицунде вложении, который несколько миллиардов рублей. Таких будет еще очень много. И в этом плане кредиты, которые необходимы для того, чтобы создать новые рабочие места, а это увеличение доходов нашего населения, мы просто стоим перед этим необходимостью этого. И мы, в свою очередь, для этого и новый состав депутатов тоже должен приложить все условия, чтобы максимально облегчить и воспользоваться вот этой ситуацией, которая сейчас складывается на рынке больших финансов России.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Ну, насчет инвестиций хочу сказать, что здесь опять-таки должна быть эффективная система государственного управления. Вы вложите деньги в банк, где постоянно меняется директор, где постоянная текучка кадров, банк, который постоянно грабит. То же самое инвестор, он прежде всего вкладывает свой капитал туда, где понятные законы, где их на хорошем уровне работает исполнительная власть, где качественная судебная система. И прежде всего, конечно, нам нужно внутри страны создать такие условия, когда для инвестора будут хорошие возможности вложить деньги, получить какие-то дивиденды. Вот сейчас мы видим в связи с политической ситуацией, что происходит. И, наверное, многие в рынке, да, для инвесторов они будут закрыты. И сегодня, если мы создадим условия в нашей стране, прежде всего, это условия в плане безопасности. Ну, многие законы, конечно, требуют доработки. У нас есть, на мой взгляд, хороший закон об инвестиционной деятельности. Там есть какие-то пункты, которые нужно доработать. Но так, в общем-то, закон хороший, действенный. И, конечно, в первую очередь, если мы создадим эти условия внутри страны, то я думаю, что инвестор тоже приедет. У нас и климатические условия хорошие, и природные все, и есть все сопутствующие факторы для того, чтобы люди просто... И внутри это касается именно государственной, эффективной государственной системы, чтобы здесь у нас был порядок, здесь проработал закон. Конечно, очень много административных барьеров у нас, бюрократических барьеров. В любой экономике должны быть понятные правила игры. Если инвестор приезжает, вкладывает деньги, он должен понимать, за что платит, как правильно законы работают. Если мы эти все условия создадим, снимем все бюрократические барьеры, административные барьеры, конечно, в этом плане нам и внедрение IT-технологий в экономику, это и госуслуги электронные, электронное правительство и многое другое, что поможет нам. Есть тоже, опять-таки, практики есть международные, мировые, которые можно адаптировать в наших условиях. Спасибо, Дмитрий Александрович. Уважаемые кандидаты, мы снова вынуждены уйти на рекламную паузу. После этого начнем с вашей реплики, Рауль Валерьевич. Буквально на минуту, не переключайтесь. Уважаемые жители и гости Абхазии, в Гагарском районе, в поселке Бзыбь по улице Эшба, открылся магазин «Артель», где представлен большой ассортимент качественной бытовой техники разных производителей. Телевизоры, микроволновые печи, кондиционеры, нагревательные приборы, пылесосы, холодильники, газовые и электрические плиты. Всего более 100 наименований. Вас приятно удивят оптовые цены и бесплатная доставка. Мы работаем без выходных с 9:00 до 20:00. Справки по телефонам 940027 и 940028. Дорогие телезрители, напоминаю, в эфире «Абаза ТВ» продолжаются беседы с кандидатами в депутаты в прямом эфире. Сегодня в нашей студии кандидаты в депутаты от 6-го столичного избирательного округа. Мы уже успели обсудить ряд тем, не буду перечислять. Остановились на вопросе о привлечении инвестора и кредитовании малого и среднего бизнеса. Рауль Валерьевич, пожалуйста, вам да, слово. Да, много времени получается у нас здесь нет. Давайте покороче, все-таки мы много раз об этом говорили уже. В парламенте лежат законы, которые проработаны с Российской Федерацией, и есть некие предложения, которые должны вступить в силу, рассмотрены парламентом, вступить в силу. Это защита инвестиций, в том числе и банковская, в том числе тоже. Я считаю, что гарантии государства при защите инвестиций должны быть в приоритете, иначе инвестор сюда не придет. Мы должны очень серьезно к этому подойти, вот, и дать реальные гарантии, в том числе, вот, чтобы прям государство давало гарантии привлечения этих инвестиций и сохранности этих инвестиций. Мы прогнозируем открытие аэропорта, мы прогнозируем открытие морского порта. У нас много разных инфраструктурных проектов, которые будут, но везде должны быть гарантии. Законодательство у нас неплохое, но опять же касаемо доработки, мы должны быть
будем в этом плане еще много поработать. И специалисты, экономисты в этом плане уже немало сделали, нам только надо будет начать уже это фактически принимать. И приоритеты, очень важно, приоритеты, которые тоже будут расставлены, помимо защиты банков, банковских инвестиций, сельского хозяйства, куда пойдет сельское хозяйство, какие средства пойдут в сельское хозяйство, какие средства пойдут в туристическую отрасль, это тоже очень важно. У нас до сих пор в овощехранилищах лежат все, только не овощи, понимаете? Это вот ну, просто безответственное получается у нас загубленные сады, нам надо их реанимировать, надо создать свои вот эти вот площадя, где выращиваем мы сами фрукты там и так далее, чтобы наших людей и туристов обеспечивать своими фруктами, овощами и так далее. Это все инвестиции, это все деньги, это все не маленькие средства. Но еще раз повторяю, нужны гарантии, государственные гарантии защиты наших инвестиций. Спасибо. Алхас Атарович, вам слово. Ну, насчет денег, учет, контроль, прозрачность, финансовая дисциплина – вот первоочередные вещи, над которыми нам нужно работать. Несколько законопроектов, это реформа бухгалтерского учета, это запуск аудиторской палаты, закон есть. Ну, все эти меры, особенно вот прозрачность, учет, контроль, они нам дадут средства. Сегодня мы не можем аккумулировать какие-то крупные суммы для того, чтобы на приоритетные направления их направлять в той же социальной политике. То есть, ну, когда мы все это исправим, а я надеюсь, это в ближайшее время произойдет, у нас пойдут другие совершенно суммы, и инвестор сюда пойдет, потому что инвестор идет только в страну с правовой базой, с прозрачностью, с учетом и с налаженной системой налогообложения, понятной, без серых схем. При такой ситуации у нас появятся средства, когда мы сможем, например, ремонтировать и давать жилье молодым семьям, давать какие-то среднесрочные кредиты там, предприимчивым людям. То есть для этого всего, без коренных вот таких реформ, все остальное ну, можно обещать, друг другу надеяться, но именно в этом направлении нам надо усиливать работу, и тогда у нас появятся средства. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Мое мнение, что эти темы не стоит разводить, как инвестиции и малое и среднее предпринимательство, потому что здесь нужно понимать, что внутри страны есть тоже определенное предпринимательское сообщество, которое требует к себе внимания. Внимание какого рода? Конечно же, это определение их самих. Кто они? Малые и средние предприниматели, если мы о них говорим, да, мы затронули именно эту тему, потом плавно перешли к инвестициям, от нормативного закрепления их, кто они, как они, по каким правилам должны работать, до мотивационных элементов. То есть здесь имеется в виду и налоговое бремя, и контрольные функции, ослабление этих контрольных функций и так далее, и так далее. В рамках, мы уже много говорим о гармонизации законодательства с Российской Федерацией, эти этапы развития Российской Федерации прошла, какие-то свои ошибки она допустила, исправляет процесс исправления, плюс активная цифровизация этих процессов. Нам просто нужно подглядеть и нормальный механизм перенести, тем более этот процесс гармонизации оглашен, и мы как бы готовы. И тем более этот процесс вообще идет уже с каких времен, да? С 94 года можно даже сказать, что мы фактически, ну, мы не одни в мире такие, которые мы все друг друга смотрим. Ну, лучше быть умным и подглядывать, и смотреть, не допускать ошибки. Я призываю к этому. А плюс к инвестициям. Конечно, инвестиции. Здесь я обратил бы внимание на усиление мотивационных элементов в самом законе об инвестиционной деятельности с понижением порога вот этого преференции. То есть преференции у нас начинаются с определенных сумм и на определенную процентную ставку. Я считаю, что ее надо немного понизить с учетом тех процессов инфляционных и в
валютной разницы, которая сегодня существует, и она будет усугубляться. Туда, и туда нужно смотреть. Конечно, опять-таки, это комплекс проблем, которые нам нужно рассматривать. И до бесконечности можно говорить и о законодательном уровне, и о механизмах практических, и о цифровизации, и каким образом мы будем раздавать кредит, будем ли мы минимизировать человеческий фактор, не будем, будем ли мы исходить с принципа кредитования, который мы все прекрасно понимаем, как у нас кредиты выдают, в России, той же Российской Федерации, когда выдаются кредиты. Критерии определяет бот, но не определяет человек. То есть этот фактор человеческий исключен. Есть параметры, иначе мы выдаем кредиты, соответственно, мы полагаем, что этот человек добросовестно вернет нам этот кредит и оплатит те же проценты. Ну и тут же надо рассматривать вопросы и процентной ставки, соответственно. Весь этот комплекс проблем, только так вот он позволит нам говорить о том, где же взять деньги. Пятиминутки, как говорится, в приготовлении там, варенья, как говорит пятиминутка, да, вот таких рецептов, к сожалению, нет. Поэтому нужно вот все это в комплексе рассматривать. Спасибо большое. Тарас Рамзанович, ну, пожалуйста. Вкратце постараюсь. У нас, вы знаете, прекрасно есть закон об инвестиционной деятельности, который был принят в 2014 году. Там есть правильно свои преференции, льготы не только для иностранных инвесторов, но и для национальных инвесторов. Куда вкладывать деньги инвесторам в Абхазию, да, есть и сельское хозяйство, есть и туризм, и другие отрасли, которые можно развивать. Но самое главное для инвестора – это в первую очередь политическая стабильность. Если политической стабильности в государстве нет, вы сами понимаете, ни один инвестор не пройдет в эту страну. Это первое. И второе – это правопорядок. Вот если все вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, значит, будут, значит, стабильность политическая и правопорядок, то, конечно же, сюда придут инвесторы, которые будут вкладывать в нашу экономику. У меня здесь запланированы вопросы, но появилась новость. Давайте обсудим актуальное. Появилась новость о том, что завтра в 10 утра анонсируется митинг на площади Свободы против повышения цен на бензин. Вы знаете о том, что цены повысились. Я, если честно, мы ожидали понижения цен, потому что, если помните, в прошлом году вы нам говорили, что мы рано выбрали свою квоту, нам по льготной цене отпускается какое-то определенное количество бензина. Вот мы его выбрали рано в прошлом году. Мы надеялись, что в новом году цена, возможно, опять снизится, так как нам ведь все еще предоставляется, это льготная квота и так далее. Но вместо этого мы как бы вот видим, что, уважаемые кандидаты, на чем ездите, что заправляете, дизель 95-й, 92-й, что думаете? И, ну, понятно, что это связано с объективными глобальными причинами. Об этом, если хотите, тоже скажите что-нибудь. Константин Андреевич, да, с вас начнем. Я так понял, это для меня новость, что завтра будет митинг, посвященный повышению цен. Против, да, повышения цен на бензин, да. На площади Свободы, да. 10 утра. Буду заправки брать. Ну да. Так, это не мы организаторы, честно говоря. Ну, у нас здесь честная беседа, открытая беседа, я на этот митинг не пойду. Если был бы митинг, о котором в обществе ходят разговоры, митинг в поддержку России за Украину, в борьбе с Украиной, я, конечно, пошел бы на такой митинг в поддержку России. У нас повысились цены не только на бензин, к сожалению. У нас на все виды товаров повысились бензины. И сейчас тяжелое время и для России, и для нас. И это объективно случилось, это наша беда общая, России и нас. И я сейчас я не стал бы, наоборот, я сейчас больше завязал бы ремень, больше как бы экономил бы, меньше ездил бы и прочее, потому что все наши цели и задачи сейчас должны направлены быть на поддержку нашего стратегического партнера, на поддержку России, потому что мы сейчас уже становимся важным элементом в этой большой, я имею в виду Абхазию, в этой геополитической игре. Мы тоже становимся важным элементом, и сейчас я считаю, что повышение бензина, конечно, это очень плохо, неприятно, но это наше, сейчас это для нас не главное. Давайте меньше тратить, больше экономить, и я вот такой
необычно мой ответ будет. Хотя я на этом теряю голоса. Давайте вот так же, в такой же очередности, да, выскажемся, Дмитрий Александрович. Ну, да, это, конечно, фактор, геополитический фактор, на мой взгляд, что цена не только на бензин повысится, но и на другие товары. И прежде всего, здесь государство должно постараться как-то регулировать этот процесс и, может быть, увеличить перечень необходимых товаров, прежде всего, и как-то этот перечень регулировать цены. Потому что, вы знаете, доллар вырос на 40%. По отношению к рублю, рубль, ну, доллар уже стоит 124 рубля, если я не ошибаюсь, и поэтому цены будут только расти постоянно. И вы знаете, в каком положении Россия оказалась, какие экономические санкции против нее ввели, и вся эта, все товары, они будут повышаться в цене. И поэтому государство должно постараться регулировать в этой области и, на мой взгляд, начать с того, чтобы увеличить перечень необходимых товаров и регулировать цены в этом перечне. Куда входит и, прежде всего, и бензин, и дизель. Спасибо. Правда. Много раз мы в парламенте обсуждали этот вопрос. Цены поднимаются на бензин не первый раз, уже, к сожалению. Да, и каждый раз нам компании, которые сюда завозят бензин, предоставляют те данные, по которым они закупают, и ту разницу, эту маржу, которую они зарабатывают. Ситуация, конечно, сложная. Я думаю, что вот по последнему повышению цен на бензин нам нужно будет тоже разобраться, выслушать кабинет министров, Министерство экономики, услышать, какие причины, да, потому что, ну, разная информация есть, но здесь нельзя спешить, и с принятием решения должны услышать реальную информацию от кабинета министров, в том числе и от представителей тех компаний, которые сюда сейчас этот бензин к нам завозят. Их в основном три, такие самые основные и главные. Да, с ними нужно будет поговорить. С другой стороны, нам сейчас, вот, в связи со всеми событиями, которые происходят, будет цена повышаться на все импортное, которое мы сюда завозим. Это надо понять нам, это новые возможности все-таки начать производить здесь что-то внутри. Вы представляете, товарооборот какой у нас, и в основном у нас все импортируется, да, вот, и экспорта там был только вина и воды, и то сейчас в связи с закрытием этих границ у нас и экспорта тоже практически. Да, но ведь наши производители тоже зачастую используют зарубежное сырье, какие-то комплектующие, что у многих проблемы сейчас, вот вы говорите, повысить производство. То, что мы можем здесь производить, нам надо здесь производить, бороться с контрабандой, перестать завозить сюда то, что мы сами здесь можем произвести, дать возможность сельчанам, в том числе, производить те овощи и фрукты, которые мы здесь можем произвести. Это первое. А потом мини-производство. Мы здесь тоже об этом много раз говорили, и инвестиционное агентство выделяло на это определенные тоже средства, там больше 1 миллиарда рублей было на эти цели выделено. Но в итоге вот от того, что было неэффективное управление и неправильный подход, мы эти деньги потеряли. И эти производства в полной мере не нашли свое развитие. А вот это мини-производство, они были бы очень к нам, кстати, да, обеспечивали бы здесь и наш рынок, и рынок и туристов, которые сюда к нам приезжают. Вот эти вот вещи надо. Повышать уровень благосостояния наших граждан. И тогда, может быть, цены, которые поднимаются на бензин, на там, дизельное топливо, может быть, менее заметны будут. Заработные платы надо повышать. Рабочие места надо создавать. Это крупный, огромный пласт работы, который нам нужно будет начать проводить. Вот тогда уже, может быть, так меньше будет. От нас, вы понимаете, вот проблема такая, что сейчас от нас мало что будет зависеть, от этих цен мало что будет зависеть. Да, мы можем сейчас пересмотреть НДС на горючие смазочные материалы. Даст этот эффект? Ну, я не знаю. Возможно, что может тоже кратковременно даст, а на дальнюю перспективу может и не дать. Тоже это экономические показатели, которые должны обсуждать и специалисты, и в профильных комитетах это надо будет обсуждать, и реально понимать ту картину, которая может быть. Конечно, мы можем выйти на митинги, ну, митинги у нас модные, да, и люди должны выражать, конечно, свое мнение, это очень важно, да, но вот здесь же параллельно важно, чтобы те, от кого это зависит, чтобы они давали полную, открытую, максимально прозрачную информацию. Вот тогда эти вопросы, ну, частично будут сняты. Спасибо большое. Алхас Утарович. Ну, насчет бензина, повышения цены. Насколько я знаю, в России так не повысилась цена, как в Абхазии. И чтобы не было больших вопросов, вот можно
зайти на сайт правительства России. Там полная раскладка ценообразования, бензина, дизеля есть. То есть авто, транспортный налог, налог на дороги, маржа. Там тут до последнего, до прибыли самой заправки. Пусть Кабмин Абхазии предоставит такую же информацию о ценообразованию на бензин, и вопросы будут отметены. И еще насчет России, поддержки спецоперации на Украине. Ну, мы должны все четко понимать, что основным тот, кто спровоцировал все это, естественно, Западный альянс, блок НАТО, может быть, последние годы, там, 10-15 лет, была такая иллюзия, что отношения хорошие, но по факту во всех нормативных документах блока НАТО Россия была противником, и несмотря на протесты любой власти в России, и при Ельцине даже протестовали, блок НАТО несколько этапов расширяется на восток, это военный агрессивный блок. И если бы, например, сегодня не сделать Украину опять миролюбивой, демилитаризованной территорией, то это уже угрожало бы напрямую всем, да, членам и Российской Федерации, и Абхазии, и всем союзникам Российской Федерации, нашим союзникам. Поэтому, несмотря на то, что это, конечно, выглядит ужасно, тяжело, мы должны понимать, что это необходимые действия. И это связано именно с агрессивными действиями блока НАТО. И, конечно, мы все поддерживаем действия Российской Федерации. Ну, а цена на бензин, надо разбираться, надо смотреть ценообразование. И, конечно, будут у нас цены подниматься, но Россия тоже имеет свой ресурс. И для нас, вот, как отметили, это все равно рынок, который мы в любом случае не сможем полностью удовлетворить, чтобы мы не выпускали. У нас никогда не будет столько товаров, которые мы смогли бы удовлетворить всю Россию. Поэтому будем смотреть с оптимизмом. Необходимые действия будут предприняты, и Российская Федерация. Мы должны как бы приспосабливаться и ловить свои определенные бонусы с этой ситуации. Спасибо большое, Дмитрий Капитонович. Ну, вчера буквально мы общались со своими избирателями, и возмущению не было предела по поводу роста этих цен. Я понимаю, почему этот митинг происходит. Мне показывали, вот мы были там на той стороне, и в районе Адлера у нас вот такая цена. Вот посмотрите, какая цена там. И, соответственно, апеллируют данными теми, которыми они видели. Цена здесь, цена там. Понятно, это все никому не нравится. Мы все здесь автолюбители, непосредственно по нашему карману, по бюджету нашей семьи, это все отражается. Есть объективные факторы, есть субъективные факторы. Не хочу показаться демагогом, поэтому не буду рассуждать на тему, как должно было быть. Надо дождаться. Я надеюсь, что тот же депутатский корпус обратит на это внимание, потребует достаточно полной объективной выкладки для того, чтобы понимать, в каком состоянии сегодня мы находимся, для того, чтобы говорить о возможности понижения или повышения, и в каких пределах мы можем. Можем ли мы усечься и там в каких-то параметрах подвинуться, либо нет. И, естественно, это уже объяснять людям открыто, честно. Тот же митинг – это наши избиратели, наш народ. Если он собрался, нужно прийти честно, открыто сказать. Дорогие граждане, у нас вот такая ситуация. Мы разбираемся, прилагаем максимальные усилия для того, чтобы это было менее безболезненно. Когда вот эта транспарентность, открытость появится, тогда и доверие у людей тоже появится. И такие митинги мы тоже не будем иметь. Спасибо большое. В продолжении, да, этого разговора, конечно же, повышение цен на бензин беспокоит все наше общество. Это понятно, потому что мы встречаемся с людьми, общаемся вот в ходе вот этой выборной кампании. И повышение не только идет цены на все товары практически, ну, представляете, импорт, насколько превалирует над экспортом, все товары оттуда завозим, и, естественно, идет повышение цен и на товары первой необходимости, и на медикаменты,
Конечно, это, если правительство сможет удержать эту ситуацию нашу, наше правительство, имею в виду, и как-то отрегулировать эти цены хотя бы на товары первой необходимости, это будет, конечно же, здорово. Но как дальше будет складываться ситуация, опять-таки мы же понимаем повышение цен, да, откуда эти санкции на Россию, которые наложены, война на Украине, сколько она продлится, какие будут последствия от этого всего дела для нашей страны, для нашей республики. Это очень, так сказать, ситуация непростая, откровенно говоря. Посмотрим. Это уже правительство, законодательный орган. Мы должны все вместе объединиться, понимая, какие есть вызовы не только перед Российской Федерацией, в первую очередь перед нами. Дальше двигаться совместно. Уважаемые кандидаты, у нас время подходит к концу, но у меня был заготовлен еще блиц для вас из трех вопросов. Если вы сможете прям очень коротко ответить, давайте сделаем это. Если нет, тогда лучше... Лимит слов установите. Ну прям вот коротко, прям да-нет. Да? Можем так? Давайте попробуем. Значит, в блице такие предлагаются вам вопросы. Как вы относитесь к прямым переговорам с Грузией? Что вы думаете по поводу добычи нефти? И запрет абортов. О, это коротко. Да, это не получится. Не получится. Тогда давайте не будем, просто приступим, как получится. Сейчас не время для прямых переговоров с Грузией. Второе. Добыча нефти. Добыча нефти нет. И третье. Аборты. Запрет абортов. По медицинским показаниям разрешить аборты. Спасибо. Дмитрий Александрович. Насчет переговоров с Грузией. Если Грузия подпишет с нами соглашение о неприменении силы, если мы сядем как равные стороны за стол переговоров, то, конечно, я не против. Насчет второго вопроса в нынешних условиях я против добычи нефти. И третий вопрос. Аборт. Запрет абортов. Ну, полный запрет абортов. Да, если по медицинским показаниям нужно сделать аборт, конечно, такие поправки нужно вводить. Потому что мы знаем, там погибла женщина, по-моему, и не одна даже. И не одна, да. И, конечно, если по медицинским показаниям требуется аборт, то эти поправки нужно принимать. Спасибо большое. Павел Валерьевич. С Грузией никакие переговоры до тех пор, пока они нам какие-то гарантии не дадут. Я об этом тоже много раз говорил. Не сегодня и не сейчас. И тем более вот все то, что сейчас происходит вокруг России, вокруг нас. Вот. Но Грузия не присоединилась к санкциям против России. Грузия, вы обратили внимание? Грузия к санкциям не присоединилась. Интересно продолжать торговать и так далее с Россией, потому что они потеряют огромный рынок. Да? Вот. Но мы сейчас говорим не о России, говорим об Абхазии. Поэтому с Абхазией ситуация вот такая, какая она была. Это Грузия. Грузия страна, которая продолжает вооружаться. В том числе поставки до сих пор проходят там, средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и так далее, и так далее. Сама там просила покороче и сама удлиняю вам процесс, извините. Поэтому сложно. Добыча нефти, да. Добыча нефти не в таких условиях и не с тем законом, который сейчас у нас есть. И запрет абортов? По медицинским показателям я согласен с нашими коллегами. Я считаю, что это надо будет дополнение внести, поправки в наш закон. Спасибо. Хасан Тарович. Нет, пока Грузия претендует до последнего сантиметра на все земли Республики Абхазия, конечно же, нет. Нет, добычи нефти даже объяснять не буду. Сегодня мы ничего не можем гарантировать, а это народный ресурс, и он должен быть справедливо и для развития распределен. По медицинским показателям, да, за запрет абортов, по медицинским показаниям, конечно, если плод убивает там, или будет опасен, да, ну, следить за контролем, естественно, чтобы не было, у нас все убивает так. Спасибо большое, Дмитрий Петрович. Ответы очевидны. Коллеги все, как по один голос, я вижу, поддерживают именно такую позицию. Такое единодушие. Да. Ну, прям, потому что это очевидные вопросы приоритета и основ конституционного строя Абхазии. Если мы говорим о безопасности, это прежде всего равнозначная сторона. Только так. Если говорим о здоровье, тоже конституционный принцип, это говорим о здоровье женщин. То есть вы поддерживаете исключение по медицинским показаниям? Конечно. И вопросы нефти. Тоже конституционный принцип. Недра кому принадлежат? Народу. Давайте исходить из этого, а потом, когда мы подготовимся, тогда только поговорим об этом. Сейчас нет.
Спасибо. Что касается первого вопроса, это переговоров с Грузией. Да, я считаю, что сейчас это вообще неуместно вот в свете всех этих событий. Вот, это первое. Коротко, да, постараюсь. Что касается нефти, то на данный момент то, как вот ситуация обстоит, по крайней мере, то, что мы слышим, да, по проектам этой добычи нефти, далее, конечно же, я сейчас против добычи нефти. И касаемо, значит, третьего вопроса, то аборты. Я против, значит, абортов, но по медицинским показателям, конечно, я считаю, что необходимо будет поправки внести обязательно. Спасибо вам большое. Коротко постарался. Спасибо, уважаемые кандидаты, что пришли сегодня вам. В нашу студию. И вам спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. Надеюсь, вам было интересно. Мы постарались выстроить беседу так, чтобы все-таки было не скучно. Следующий прямой эфир состоится завтра в 19:30 в нашей студии. Встретятся кандидаты от 13-го Гагарского избирательного округа. Всего доброго и до встречи в эфире.